я лично считаю, что признавать Нагорный Карабах сейчас означает действовать против национальных интересов Армении. И Армения не должна торопиться с этим, потому что это автоматически означает войну. А война – это хуже, чем мир, в том числе для Нагорного Карабаха. Вам не понравилось, что убили двоих? А если бы в военное время, убили бы не двоих, а 100. И каждый день, и 1000. Понимаете, какая штука? Поэтому сейчас говорить о признании Арменией, да, Нагорного Карабаха не актуально. Мы об этом и не говорим. Да, нет, ну вы же... Мы говорим нет, о подождите, том, что одну секундочку. Мы должны признавать право людей. Одну секундочку. Если я не ослышался, вы России взяли на такие обязательства в рамках ОДКБ взяла, да, официально гарантировать безопасность Армении. Тем не менее, если в Ереване практически не осталось русских школ, и русский язык – это уходящая натура в Армении, то это означает, что и русская культура уходит, и связь с Россией тоже постепенно, тенденция, тренд очень опасный. А следовательно… У нас есть Славянский университет. Нет, это я знаю. Я говорю о русских школах. Сколько русских школ в Ереване?